Накачанные мужики в спецовках на голое тело, ремонтирующие автомобили. Все это не про них. В Уфе прошел второй этап конкурса на лучший автосервис. Регулировщик топливной аппаратуры дизелей. Цель данного конкурса не сколько посоревноваться между собой, не сколько выявить лучшего, сколько собраться и обсудить те новшества, те изменения, которые в данный момент происходят в автомобилях. То есть регулировка топливной аппаратуры дизелей – это процесс очень сложный, высококвалифицированный. Каждый к нему подходит со своей точки зрения. И чтобы выявить какие-то тонкие места, обсудить это, вот мы ежегодно собираемся на нашей базе с такой целью. Решил участвовать в конкурсе для того, чтобы повысить свой уровень мастерства, познакомиться также с людьми, которые занимаются ремонтом топливной аппаратуры, что они знают, что я знаю, как бы обмен опытом. Цель не стоит для победы, потому что цель основная – это все-таки знакомство, потому что новые приезжают участники с тех же самых набережных Челнов. Стараемся с ними познакомиться, что-то они нам подскажут, что-то мы, и, как говорится, в диалоге как бы рождается истина.